я обещал показать что-нибудь интересное. Вот смотрите, вот так проходит тур национальная галерея для маленьких, для школьничков. И здесь есть специальные туры. Они даже обозначены. Смотрите. Экскурсовод ходит с ними. Вот так они садятся. Когда есть что послушать. Она рассказывает им об искусстве того времени. Они задают вопрос, отвечают. Что такое расслабляется? Смотрите, какой интерес среди детей. Смотрите, они тянут руки, отвечают на вопросы, задают вопросы. Вот так вот. Галерея несет не только эстетическое, но и образовательное. Образовательное направление. Пройдем еще в один зал. Здесь школьники постарше. Школьники постарше. Так, слушают экскурсовода. Вот это уже Хедрик Голдсвис. Это датская школа. Ну, как видите, это все показывается школьникам. Не считается ничего подобного. Мне кажется, тоже не для вполне картины. Вильям Риотер. Святых картинки. Проповедует святой. Четко все рисовано. Лица вырисованы. Природа. Ну, вот такая вот зарисовка. Вот еще, давайте еще посмотрим. Картина известная. Луис Вальди, 1651 год, быстрее всего под вопросом. Трудно понять, что происходит. Но похоже, да, неплохо. Наранено стрелы, стрелы тут.
Я была фото. Девушка держит стрелу. Розы. Наконечники. Возможно, это стрела, которая поразила дама. Пока не уверен. Название лучше подскажет. Вообще никого нет. Портрет молодого человека. 640-й год. 1640-й год. Натюрморты. Цветы. Антони Ван Дик. Портрет. Портрет леди. Николас Майерс. Леди уже в годах. Смотрю, откроется портрет Лена. Такое замечательное платье. Совсем известного художника. Сомневается тут. Написано, возможно, Ян Кассерс. Возможно. Но возможно, что и нет. Так что неопределенно. Антони Ван Дик. Тоже Антони Ван Дик. Ну, так вам все понятно. Портрет мальчика. Его зовут Хенри, это герцог Глоустер. Вон Ханема. 1653 год. Где давным-давно уж нет на этом свете. Вот посмотрите, взгляд как живой. До сих пор смотрит на тебя. Ладно, все, на этом прервусь, может, еще что-нибудь покажу. Пока.